Конфликт назревает и с грядущим Евровидением. Москва в последний день объявила имя участницы от России. Ее оказалась Юлия Самойлова. Известно, что 2 года назад она выступала в оккупированном Крыму. В СБУ уже пообещали выяснить все подробности незаконного посещения певицы полуострова. Ситуацию вовсю обсуждают дипломаты, артисты и политики. Глава МИДа Украины Павел Климкин уже назвал выборы России провокацией. Нардеп Антон Геращенко заявил, Киев может пустить россиянку на конкурс, но за посещение оккупированного Крыма она ответит по закону. А вот Андрей Макаревич считает, не пускать Самойлову глупо. Главное то, как исполнительница поет. А политологи призывают организаторов конкурса и украинские власти подойти взвешенно к этому вопросу и не играть на руку России. Мы чудесно понимаем, что Евровидение – это аполитичный конкурс. И в свое время даже в Древней Греции во время Олимпийских игр войны останавливали. И недопуск этого участника, например, или какая-то обструкция этого участника в Украине будет вызывать огромные вопросы к Украине как организатору в отношении способности проводить такие мероприятия, в отношении демократичности в стране. Мы не должны подыгрывать нашему соседу, который не применет использовать эту возможность для того, чтобы нанести стране репутационный ущерб. Возможно, можно согласиться с предложением Богдана Еременко, которого ни в коем случае нельзя упрекнуть в какой-либо там пророссийской позиции и отсутствии патриотизма, но он, как человек опытный, как дипломат, предлагает Соломон, такое соломоново решение, когда, да, выносится запрет на въезд, но он приостанавливается на время проведения конкурса Евровидения.